И снова сахар. Никто и не думал, что этот сыпучий продукт станет столь популярным. Вот и сегодня тема не сходит с уст областных чиновников. На прошлой неделе был создан штаб по мониторингу цен на продукты питания. В него вошли члены правительства, руководители надзорных органов. Ревизоры в магазинах наткнулись на пустые полки. Сахар, соль, мука, гречка. Эти товары, если и завозили, то раскупали в считанные часы. А вот склады оказались полными. Вам не отгружают этот сахар. Вам его не отгружают. Под разные мотивы. Кто-то где-то говорит, что он его уже продал, кто-то его придерживает, дожидаясь, как я понимаю, какой-то цены. Просто мы давайте говорить с вами откровенно на эту тему. У нас есть органы определенные, в том числе и федеральные, и прокуратуры, и федеральная антимонопольная служба. У меня складывается впечатление, что у нас дефицит сахара создан искусственно. И за этим, откровенно говоря, кто-то стоит. По словам чиновников, ажиотаж вокруг сахара создается искусственно. Если в понедельник сладкий сыпучий продукт не появится на полках, в магазинах, в ситуацию вмешаются надзорные органы. По словам прокурора области Сергея Филипенко, Балашовский завод продает в другие регионы, когда надо решить потребность здесь. Всегда сейчас на ваших регионов, складах зарезервированы, значит, сахар для других регионов, для других покупателей. Либо весь объем произведенного вами сахара осенью прошлого года, он уйдет на рынки Саратовской области, в торговые сети Саратовской области. Он не может так уходить. Саратовская область не может принять сразу один момент 30 тысяч тонн сахара за 4 месяца. Не может просто разместить негде. Нам приходится его продавать в другие регионы России. Нерадивые предприниматели воспользовались ситуацией и стали завышать цены на пользующийся спросом товар. Чтобы хоть как-то сбросить напряжение, в эти выходные на Театральную площадь в Саратове завезли свыше 20 тонн сахара. Продажу ограничили по 2 килограмма в руки. Но ни это, ни огромная очередь не остановили охотников за сыпучим сладким продуктом. Такие же ярмарки рекомендовали провести и в других крупных городах Саратовской области. Екатерина Сулейманова, Олег Буланов, Саратов, 24.